Всем привет, да. Всем привет! Сегодня мы играем с вами я. Вы на канале? Или я не знаю, там как сейчас модно. А цвета, кстати, поставили? Цвета поставили, да. А, я же не выбрал, за кого я буду играть. Ну вот можно плеер сетап и выставляй расу и цвет, какой хочешь. Ладно, мы, если что, же, может быть, даже не одну сыграем, да? Ну да, что там. Надо для начала пробную первую, потому что бывают здесь и выкидывания через геймрейнджер. Иногда очень редко, но бывает, поэтому, так сказать, надо скрестить пальчики и молиться. Чтобы оно дошло до конца, да? Да-да-да, чтобы дошло до конца. Ты комнату сейчас создашь, да? Уже все, мы уже в комнате. Да, мы все. Уже в комнате. Ждем твоей готовности. Home world the room. Здесь кнопки Ready все-таки еще не придумали, поэтому... А, понял. Ты говори, когда ты готов, чтобы я сейчас нажал старт. Уже пришло. Все, да, сообщение пришло. Все, тогда я готов. Тогда помчали. Все, жму. Понеслась. Итак, можно в чате печатать. Дорогие товарищи, начинаем нашу трансляцию Homeworld 3. Так, сразу надо. Элай. Даже заработала. И даже меню не тормозит. Воу, да. А, что-то с чего тут начинать вообще? Ну, обычно, все как обычно. Привет, Голем Unnamed. А, это я сам делал такие арты. Она так говорит, секси. Дред, ты союз не принял? Смотри, а тебе нужно правой кнопкой на флагмане, Form Alliance и меня. А, понял. Form Alliance. Все. Так, мы с тобой рядом, а вот Хиггс далековато. А ты Хиггс кого? Я за Самтау. Не друг ты нам. Чуть не сказал, что я за Собянина. Так, у меня сосед Самтау. Ну я поэтому подальше от вас и встал. Че это, заразитесь? Заразите меня. Заразим. Да, да, можно, и я над этим работаю. Как раз таки, но только не над этим, а скорее над катаклизмом сейчас. Летает, а? Рядом со мной бист где-то там шляется. Processor here. Work ready. Не, озвучка огонь. А денег-то нет? Не знаю. Так, research. Давай, давай, давай. Здесь юниты прокачиваются, есть прокачка, вот это самое. Не забывайте, что на Shift-P можно посмотреть от первого лица. Да. Выбери любого юнита и нажми Shift-P. Одного только. Если много, оно не работает. Да. Это тебе не это, не третий ХВ. А, ёпта, следовать же надо. Я думаю, да что я модули строю, а у меня ничего не появляется. О, у меня есть интерцептор. Я думаю, а где мой Ригвана? Такого, оказывается, нет. Я вчера классно этот Processor here, прям такой имбовый, отбиваться от мелочи. Command self.
так сказать, в катаклизме реализовали мечту идиота, позволили играть за Туранник. Жаль, зато за Кадеши не получилось. Это только в моде Анслот. Катаклизм Анслот. Твари, это для тех, кто не определился тогда. За кого я хочу играть там? За Таидан, за. Все, за всех, да. Заходи за всех. Так, на Тильду у нас остановиться, да? Да стой, Кунлан, остановись, пока остановка не стала последней. Стой, остановись. Пила там половато. Да. Так, луки убили тебя для кого? А, нет. А потом. Первонаперво надо вакцину делать, чтобы с вами можно было контактировать. Астрозенек, да? Да. Или это, как там ее? У меня аж чуть холодно стало, решил майку надеть. И космос прохладно в космосе. Чё, в космосе? Я говорю, сижу, холодно стало, майку решил одеть. Прохладно в космосе. Cells have completed, but their bots are now commanders. Cells construction has begun. Что бы там настроить? Research has begun. We are superior. И звуки классные в игре. Меню в это, в research меню. Да, конечно, интерфейса HVRM немножко не хватает. А я вообще вчера тут, когда играл, говорю, какой замечательный тут интерфейс, тут нет ничего. А как менюшку снизу вытащить? Я помню, раньше можно же было меню снизу вытаскивать. Я отвалился. Да? Да. Сказать, может, мы с тобой знакомы? Теннис homeworld-rus.ru. Так. Голем, сейчас пытаюсь вспомнить, был на форуме кто-то. Да что ж такое, ты меня выкинул из Game Ranger и Йокарновой. Удачно, ну, этим трех ботов поставил сложных в союзе. А, что... Второй раз. Альянс. Так, союзы, да. Не забываем сразу. А, вот форум Альянс, Фоксич. Setting yourselves to commence. Теперь я далеко, а вы рядом. Research function online. Сейчас посмотрим. Вот интересное решение у них. Блин, как бы тут не это самое, не сломалось бы. Нормально, все хорошо.
Так, все будет хорошо. First group reports attack by pods. Pods are now ours. Lead unit commanding. Турбист, блин. Турбист. Значит, должны быть два Сантао. Остальные, потому что балансируется по количеству игроков, то есть даже комп оптимизируется. Так, давай, наверное, корветы сделаем. Да, Nexus классный, я с тобой согласен. Копаться в нем я не копался, конечно, как. Надо это сделать. Может, что-нибудь получится выцепить. Пандора Зеро, Демпу всю распотрошил. Завтра надо будет обязательно, когда будем обсуждать ролики, первые посмотреть, да? Жить, да, впечатление, говорится, что, что было до, а что, да, что получилось после. Ну, потому что эти черно-белые ранее, так сказать, ролики там, ну, и Багенко, как Дред сказал, симпатичные. Да, было такое. Блин, я там реконы мочат. Я тебя там уже. Все джуса началась. У тебя корабль искрится. Агрессивный раш реконами, да? Ага. Якизуки, привет. Ну, да, просто не стали сейчас русификатор ставить. Ну, лично я не стал ставить русификатор, чтобы, знаешь, никаких лишних сбоев не вызывать. И так игра на ладан по сети дышит. Понятно, играет ли, не играет. Голем, у нас точно такая же идея. Мы все мыслим одинаково, походу. Голем, знаешь, что пишет? У меня есть план переделать тексты и ролики, и сделать нейронку озвучить сюжет. И ролики сделать новые. В общем, сделать новый сюжет под имеющимися силами. Мы, походу, все одинаково мыслим. Да-да-да. Спасать Home World. Все хотят его спасти. Да. Так. Фига тут замес реконовый. Что-то прям компы лютуют со своими скаутами. Да-да. Налетели тут прям это самое по жести. Угнетает. Пенсионеров угнетает.
Что у меня там? Ну как-то звук Дискорда немножко перекрывает, как бы, у меня, по крайней мере. Я практически до самого минимума поставил, чтобы вас слышать. Я тоже, да, звуки игры поменьше, особенно голоса. Я смотрю, компы к вам пошли. Да прямо вот рвется в этот самый бой ближний. Да, и какая фигня, что он сначала идет ближний бой, а потом начинает разворачиваться. Короче, тут есть такой типа элемент запугивания, можно сказать. Интересно. Это не третьего Home World, да? Как у кого батл вылез, на того и идем сразу. Ты что, у вас так было, да? Ну, вчера, да, то есть вот, меня жестко прессовали, у Хоксича батл вылез, они сразу резко раз от меня просто, и на него полетели. Да, и на батл, а, но... А в следующий катал, да, у нас появился конкурент, надо, да. Это вам не это. Как я смотрю, Берет, у тебя там как заражение-то исследуется? Да-да-да. Мне надо сборщиков захватывать, перерабатывать, чтобы там ремонт выучить. Потому что ремонт критически важен, ты можешь на S, короче, перекладывать усиление там исследований, орудий, там, производства на выбор чего-то одно. Но ты тратишь ХП до 50%. Так, ладно, откуда-то тоже начинают идти. Что-то меня тут тоже зареконили, но ничего, у меня есть ареты тяжелые. Давай, мы должны тебя добить. Давай. Это... А это какой? И сложный, не очень сложный? Сложный максимальный. О. Он тут и камикадзе будет, так что готовьтесь. Угу. Сейчас куча мимиков полетит. Под твои, под его корабли замаскированные. Так что... Это вот развлекуха скаутами — это только начало. Угу. Кто-то мне на помощь пришел. Вот я. О, спасибо. Да. А, точно, здесь нету. Тут... Тут пилоты, они... Этот самый... Тут как-то можно отдельно под систему снести ангар, допустим? Можно, но именно... Указать ну, нельзя, как, да? Как во втором Homeworld, да. Нужно именно, так сказать, чтобы у тебя орудие именно стреляло в сторону этой подсистемы. Тогда да, она снесется. Ты знаешь, у меня один раз был такой баг в катаклизме, что оно как раз-таки начало показывать хилсу на все вот эти вот системы. Есть. Блин. Это в компании, да, есть такой баг, я знаю. Да. В какой-то миссии, по-моему, вот где это... Где этот туранский диверсант подрывает, вот там есть этот баг, я припоминаю.
Прикольно. Так, знаешь, так, ко мне летят акалайты, сейчас заразим. Я принимаю. Меня не заразят. От ковида? Да, прививку изучил. Понял. Работали. Так, полетели. Да, наверное, из-за того, что у нас были немножко разные версии, как бы. У меня может быть самая последняя, а у тебя то, что мне скинул чуть более ранее, скажем так. И из-за этого игра вроде как совмещалась, но не до конца. У меня такая теория. Да, вполне возможно. Ну, где там этот infection beast? Ну, броня тир 2 возьмем. Так, Дред, ты если что, говори, я к тебе подлогу пришлю, если надо. Я пока тут. А что ты у нас... Тебя там сейчас больше всех просто угнетает. Они просто... наглые, как не в себя. Research function is complete. Cells have completed attack. Parts are now ours. Так, что там? Ну, еще летит ко мне мясо, давай. Так, изображение. Пускай. Я не против. Так. Меня сейчас там что? Мне потише музыку сделать. Сделай. Если мешает. О, энергопушечки подвезли. Отлично. Супер. Не знаю, что там Дреда угнетает. Пока угнетает меня. На меня летят. Нормально так. Да, нормально. Так. Так, энергопушки появились. Надо их сначала изучить, да? Чтобы потом у меня хэви-крузер был с энергопушками сразу. Так, о, ресурсы. Ресурсеры, привет. Сейчас мы вас похарасим. Ага, вижу, вон там. Двое на Хиггса прям идут тандемом. Я подхожу тоже. Ты тут уже два Саркинчо вырезала. СТ надо еще апгрейд делать, да? Crystal Processing, давай быстрее, а?
Ух, что-то вы прям поперли, ребята. Ну, у него нужно там идти. Я вроде как ему мочу эти воркеры, а он на меня сейчас этим пойдет. И карьер построил ей. Вот какая собака, а? Friendly Fire? Тут еще и Friendly Fire есть. Есть, да. Есть, конечно. А? И в первом он тоже есть. На карьере, если саппорт модули строишь, то тоже, да, юнит кап увеличивается. Да. Довольно. Так, что там, док? Ой-ой-ой. Два, что ли, надо, а? Окей. Ай, блин. В одиночку притащить. Ай, что-то больно. Ой. Так. Всех надо апгрейдить. Да они ж так не захватят. Это вот, конечно, интересно. Бам-бам-бам. Что мы тут построили? Бедная калита. Просто рассыпается. Ну, все, камикадзе пошли на меня, ё-моё. Да-да, он начал отходить. Откуда он? Откуда бабки? Так, ну я что-то там хорош понемножку ресурсеров. Так, Дред, я к твоему иду сейчас противнику. Давай, да. Сейчас уже исследуются хэви-крузеры потихоньку. Так. Ай-яй-яй. Что творит Галатасарай, а? Жалко, здесь нельзя двойным кликом, блин, выбрать всех, а? Да, есть такая. Что-то у меня не хотят на абордаж брать. А, я тоже не понимаю, что там. На абордаж? Эти воркерами? Да. Ну, фрегаты, там нужно половину здоровья еще снести. Цель, чтобы ее взять.
конечно. А, вот так вот, блин. Да, это тут не такой простой абордаж, это тебе не Home World. Понятно. Арин фрегат, правая кнопочка, и все, и он садится. Нет. Ну и не первый тоже получается. Да, и не первый, где просто здесь. Здесь нужно, да, подготовить все условия. Ну, я подхорашивать, короче, буду. Я тут вижу одну ресурсную точку. Я буду туда сейчас летать, харасить. Сейчас процессор бы снести вообще. Орбита сейчас дождусь. Ага, фиг, я что дождусь, я понял. Ну ладно, давай акалайтами харасить. Пофиг. Сначала Сантаус, ты не Блин, денег-то не осталось. Кристаллы можно пособирать, но это нужно захват изучить и переработку кристаллов. Я попытался, но мне этого не дали сделать. Так, я делаю крейсер первый. И пока к дреду, наверное, иду. У меня что? 4 мультибима. У меня мультибима просто налево-направо разносит. Я уже, наверное, штуки 4 потерялся, не 5. Так, а ты лечить можешь? Я не могу. Как построить гребаный этот самый улей? Фрегат. Нужно микрокорабли. Микрокорабли, точно. Изучить. Точно, вот как раз изучаем. Спрашивай. Я много чего помню по катаклизму. Мимики суицидники пошли. Окей. Ага, вот они. Здорово, ребята. Халявный опыт я люблю, да, давайте, летите на меня. Удачи вам. Еще давайте, да. Нужно больше мультибимов. Сейчас как раз у меня под... Ну, давай эти произмиссайлы разблокируем. Что же? На другой стороны еще налетели эти. Не прогнали. Так.
research has begun. Cells will conquer parts. Cells construction has begun. We are superior. Один корвет на таране, да, окей. Вкусная точка. Сейчас мы ее захоросим. Сейчас процессор сразу чпонь. Все. Так, кэрриер, возьми-ка сборщиков. Нам ремонт нужен. А, хотел зачем мне кэрриер? Я сейчас круиз миссайл у меня сейчас нужен. Отлично, наконец, High Frigate. Мне достали уже это мелочь. Ух, это как-то забавно все. Не говори. Так, вроде Дестер появился, стало поспокойнее. Он это не селайнчер. А, точно, можно заретайлить. Можно. Какой-то из ненужного. Нужно, я бы даже сказал, заретайрить. И получить технологии, это ж прикольная штука была. Must have? Это что? Это обязательно. Столько прикольных техник было в этой игре. Механик, да. Ну да, механик. Ай! Не истребители, мои круз-миссилы разваливает. Красавчики. Знаешь, это даже не обидно, это прикольно, ничего себе. Даже так умеет. Что так мало было? Это оно. Слишком много злоупотреблять начал этим. Как там его? Камиказа ставил. Так, вот что-то на меня Дестер пошел. У меня уже хэви-крузер есть. Окей, давай. Да, что там у нас? Рикон Воркер. Па-па-па-па-па. О, улей, давай. Я подозрился, что ты делать армор. Пум-пум-пум. Research function online. Two service group selected.
God designate. Lead unit commanding. Fighting eco-locating. А, support unit хватило. На мультибима, ой, на хайф фрегата. Так, денег нет, но вы держитесь. Опа. Это что такое? Siege Cannon Fire Detected. Сейчас кому-то прилетит из нас. Тебе, тебе, в тебя летит. Да? Да. Сходи. Самтау, самтау. Хорошо, я в движении. Как раз ухожу. Да, ко мне. Так, так, тогда надо быстренько. Вот, надо броню и надо этих. Защитное поле. Ай, Фрига, ты что тут делаешь? Ёптвою мать. Надо моя мать. Research has begun. Group reports attack by pods. Блин, у меня денег нету, и воркер только один. Надо срочно еще одного устроить. А, отменим саппорт модуль. Так, как его отменить? Cancel. Group reports attack by pods. Group cells not progressing. Fight. Когда я не буду стоять на месте, я буду все время в движении. Все, тут уже опасно. Проветками что-то делать. Ёпарасоте, вот это, конечно, прессует жестко, а? Надо бы помогать. Сейчас вот одного быстренько бахнем. Дред, может, ты мультибимами Хиксу поможешь, а я тут пока разберусь с флагманом. У меня там что-то маркары прям дофига. Этих сборщиков мы позаражаем. Сейчас попробую что-нибудь придумать в этом плане. Ну, мультибимов, да, прислать бы, уже было бы супер. Я-то тут этого сейчас... Я немножко в этом самом товарища обхаживаю. А я обхожу его сейчас, да? У меня уже сейчас второй хеликрузер пойдет. Это твой хеликрузер подлетел? Да, мой, мой. Так что я его сейчас обхожу, не переживай. И, Дред, надо сделать один Defense Field фрегат возле твоего мазершипа, чтобы, если осадка вдруг сейчас полетит кого-то из нас, чтобы ее можно было сдетонировать. Ой, это сложная материя тут. Ничего сложного, просто один фрегат держать возле мазершипа, все. Больше ничего. Не нужно. Нет, всё, это ГГ для меня. Да ладно. Подходи ко мне, подходим. Я могу похилить, если надо. О, денег нету, воркеров нету, ничего нету. Осталось два эсминца, но тут батлкрузер прилетел. Отступай ко мне тогда, в мою сторону. Ну или в сторону, короче, отступай. Интересно, что такое Reinforced Ally? Есть Break, Break, Form,
Это я могу юниту, что ли, передать, интересно? О, офига, там понял. Меня тут уже догнали. Так, осадка. Шкеннон по мне стрельнула. Понял, печально. Ага. Вот она летит. Пышка справа. А ты еще жив? Ну, минус хэри, понял. Так, я лечу к тебе, окей, корветами. Дред, тоже помогай. Вот, а я не спас. Потому что... Да. Денег у меня нет. Все, что я могу сделать, это списать эсминец. А, лечу, лечу, лечу. Да. Я деньги скинул тебе. 3,5. Все, спасибо. Что было. Так. Парасоте, не надо бы атаковать. Так. Все, я сейчас к тебе этот защитный фрегат, чтобы тебя не подорвали высадкой. Ну, я, конечно, опасный гость в твоих краях. За мной охотятся с осадной пушкой. Сейчас мы этих гостей научим хорошим манерам. Как это вы тут? А, я понял. Тут на меня тоже начинается память. Я мультибимы пока, от мелочи отобьешься. Да, как-то умудрился на... нахватать. Так, что тут у меня такое творится? Так, ну что у меня там построились ресурсы коллекторы? Один еще. Так, сейчас иоников заберу. Я чувствую, блин, как этот, как Бентути, на которого один отряд за другим посылает. Ну. А у меня тут личный персональный батл-крузер, который за мной охотится. Ни хрена корветы выносят. Тяжелые, да, русские. Они жесткие. Это факт. Так, 5, что-то у меня... Чего вы нихрена не делаете? Так, воркеры готовы, что? Я полетел в кристалл. Ничего я не сказал. Учить. Как ты там? Да нормально. Мы стабилизировали. Фронт, пациент скорее жив, чем мертв. Да, я послал уже за кристаллом, сейчас и денежки будут. Я тебе верну потом сразу. Кристаллы лучше съесть, да. А, ты мой? Ты не мой? Так, research, build. Ну, где мои, где мои, где мои? О, сичка, она заряжается. И судя по... Она по тебе, Алекс, стреляет. Они на тебя смотрят. А, вылетела. Сейчас прикол увидишь. Ладно, свои корветы срочно прям в тебя летит. А, у тебя что-то есть? Ой-ой-ой. Да. Защитный фрегат. Он детонирует осадку. А-а-а. Угу. Если она попадает в радиус поля. Поэтому все. А свои тоже или свои пропускает? Любую. Абсолютно любую. И свою, и чужую.
Так. Так, что-то оранжевый не хочет сдаваться прям. Я пойду, А я говорил, надо было. Но ты ему там суппорта выносишь потихонечку. Ну я просто, да, встал так, чтобы он по мне не стрелял, пусть он по мне уже процентов 25 снял крейсера. Да. Тогда будем яйца сейчас ему отстреливать. Яйца поддержки. Ага. Да, у меня вообще тут воркеры остались. Непонятно, что у тебя эти ресурсы. Так, я, значит, в относительной безопасности, потому что все тусят у вас там, да? Все трое. У меня уже тир-3 броня, в принципе, есть. Что-то ресурсов нет. Базовая телеметрия. Так, денежки пришли. Чё, как мне тебе назад вернуть, если тебе нужны? Правой кнопкой Reinforce Ally выбираешь меня, и цифрами у тебя там будет, как, ну, как в чате пишешь, да, просто пишешь сумму, какую не жалко. Все, респект. Благодарю. Так, надо быстро деньги. Да-да-да, быстро деньги, ну. Быстрые кредиты, да? Да-да-да. Так, второй крейсер вышел, все, сейчас начнем. Так, вдруг ты с осадной пушки не хочешь пострелять? Давай, я близко. У меня это... Бессмертный сам там не хочет погибать. Да. Не буду погибать молодым. Что это он фрегатами на мои сборщики собрался? О! Ой, в тебя, Дред! Ой. Я что-то не смог. А, подожди, а как он? Это ж буху, надо буху. Типа этого... В направлении... Ой, это... жесть какая. А еще репульсор он включил, прикольно. Да-да-да, еще и репульсер, да. Я что-то не успел фрегат подвести, сорян. Мой косяк. Да я тоже свой, как... Он у меня вроде как был Defense Field. Но как-то так, видимо, я не умею обращаться пока что. А им не надо, он пассивно же поле раздает. Что-то. Угу. О, интересненько. Вообще какой-то абьюз камиказа. Есть такое, да. Прикольный.
Но это именно на высокой сложности, прям абьюз. Бляха-муха, а? Надо кристалл бы захавать. Круиз Миссайла, ух ты. Привет. Так, сбил. Это все слишком большие кристаллы, а? Я могу денег подкинуть, если надо. У меня сейчас кристалл как раз таки. Да, все. Пока не надо. Мне не надо денег. Деньги не надо. А, ты деньги, кристалл процессинг? Деньги не проблема, брат. Да, деньги не проблема. Дредноут мы толкаем. Так, Кунлан компьютер на один ковыряем. Все, Дредноут там не убил, нормально, я его двумя таранами поранил. Ну да, сейчас репульс. Разочек репульснет, конечно, но в целом. Это мы с тобой прям синхронно заразили. Прикольно получилось. Забавно, окей. Мультибим у меня нет, давай разберем. Я думаю, уже не понадобится, но... Вот там комп бистовский, там скоро Кавикрузер сделает. Там Камикадзе летят. Да, вижу мимики под кристаллы, то есть не астероиды, замаскированные. Да, конечно, дальность прожектировки здесь оставляет желать лучшего, но прикольно все равно. Блин, что, 4 надо, что ли, с воркера на большой кристалл? На большой 4, на малый 2. Вот там приехал ревизор. Все, осадка, он не хочет стрелять. Передумал. Что, на эсминце уже Nortel Directive, да? Угу. Или как там... Ну, короче, да. А, да-да, уже не заряжается. Потому что фрегат ему тут блокирует же мой. если он сейчас выстрелит, он харакири просто сделает. И все. Ну, я тоже уже с Сичкеном строил, так что... Да, все, минус один практически. Там авианосец осталось только пробить. Во-во-во, авианосец, да, осталось пробить. Так, давай, наверное, второй мы зашиб сначала разберем. Тут уже и хэви-крузер подвалился. С одной и с другой стороны понеслась. Тут будет, да, чем заняться, но...
что это? Ляха-муха, ничего себе есть тут. Я понастроил этих дефенс-фрегатов зачем-то. У нас получается, мы все играем против трех. А, нет, один из них бист. Ну, да. Практически против двух уже. Так, ребят, вы что-то это, мне кажется, вы обновили. И дредноут на мой кэрриер, и это. А, не говори. Ну, захотели. Так, ладно, кэрриера я убираю. Окей, окей, толкну. Пу-пу-пу-пум. Так, надо лучше кэрриер похилить. Это бист. Бист против биста. Так, дредноут сломали. Теперь крейсер ломаем. Все, перекрузер тоже добить. Так, это ты. А, денег нету. Я не заметил, что мы всех убили. Давай передам. Да, ну просто... Держи. В определенный момент стало непонятно вообще, что происходит. Сейчас мы вернем крейсер. Давай. Я на маму пошел. Сейчас у нас тут будет это перетягивание каната. Кто у кого фрегаты наворует? Так, а тут же под стероидный дождь можно попасть, да? Ну, можно, но он особо не дамажит, он слабенький. Не заморачивайся. Угу, круиз миссайлами решил, окей. Фрегаты захватить, понял тебя. Сейчас обратно заберем. Круиз миссайл заразил, окей. Окей. Это забавно, конечно. Да, она сейчас во фрегат врежется и все. Не, фрегаты мои, друг. Не надо тут. Так, вы уже два мазершипа развалили, да? Я, да. Сейчас третий. Третий на очереди, да. Найс кип. Ой, это мой? Нифига себе. Я минус мазершип. И это мой? Ничего себе, сколько у меня всего. Я не знал.
Надо бы мощность на движке переключить. Они ничего не делают, эти... Так, у меня Сич Кэнон готова. Не надо никуда? Да, уже, наверное, нет. Уже, наверное, не надо. А чей тут этот ресурс-контроллер стоит по центру? Мой, наверное. Может, мне сюда пульнуть? Он как раз тут собрался. Сейчас иду, наверное, скоро. У меня уже ресурсов хватает. Да тут все сейчас осталось. Эльер добить. А, кэрриер еще здесь. Ага, я понял. Я понял. Мы не туда воюем. Немножко. Внезапно. Да. Все. Биста больше нет с нами. Там... А это твои Defense Field фрегаты сняли щиты мои? Да. Ну вот, хотел помочь. Получилось, как всегда. Деньги никому не нужны, мне очень много. Нормально, меня качают. Мои сборщики не... всю игру никто не трогал, к счастью. Я не жалуюсь. Какая кривая стенка у корейцев, ну ладно. Ага, все, да. Вижу. Все, вижу авианосец. Сейчас мы туда придем. Он прыгает. О, прыгает фрегат. Роевой, окей. Куда это не попер, а? Я что-то и забыл, что он умеет прыгать на высокой сложности. Прикольно. А ведь никаких гравиколодцев-то нет. Сцапать не получится, да. Setting ourselves to groove X.
Эх, это что произошло? Я не понял. Это что за прикол только что случился? Случилось. Надо по одной плоскости стрелять. Ты что? Ты там, видимо, слишком нагнулся или тем. Подожди, может, мои. Кэнон врезалась в щиты, которые. Кикс, короче, разделся, мы поняли. Он разделся, да. А, фрегаты защитного поля, Дред. Вот почему. Меня раздел, блядь. Я ж чуть не охренел, что случилось. Стрельнул. Отлично. Хорошо, хоть этот успел достроиться, как его. Дредноут, да? Батлкрузер. Бля, а я в гиперпрыжок не могу, да, уйти? Понял. Я такой думал, сейчас стрельну на упреждение. Финальный залп. Стрельну. На упреждение. Отлично получилось. Продолжаем в том же духе. Один опоздает. У Foxy Chicks and I'm Dread has have вон отсюда, да? Вон отсюда. Пришли, бардак устроили. Отличненько. Да. Слушай, поиграли, и все хорошо. И даже держалось. Замечательно. Да, прикольно. То есть, конечно, дальность прорисовки немножко страдает, но в целом, блин, это ж сколько вариаций того, что можно сделать. Да и не говори, ну. Хочешь туда развивайся, хочешь сюда развивайся, везде интересная стратегия какая-нибудь. Да, да. Не говори. А, Фоксич. Все, я тут. В моем случае, да, жаль, что не фуллскрин. Вот, но... Ты отвалился? Все шло стабильно достаточно. Угу. Ну что? Так, алло. Раз. Да, я тут. Угу. Кирюшки. Хороший матч был, да. Есть просто карта с этими с воротами, короче. С слепгейтами этими? Да, с слепгейтами есть карта. Сзади подошел. Что-то я Дреда вижу в чате, но я не вижу его в игре. Вот, все, теперь мы смотрим. Все, понеслась. Окей, запускаем. Так, союзы. Я голый. Забываю. Мы все такие. Да, я тоже таким стал после твоих фрегатов. Не виновата я. Beginning construction.
Ладно, виноваты. Да не, это я виноват. Я должен был понять. Подожди, я что, кому-то не кинул? Что ты должен был понять? Я должен был увидеть, что тут сичкэнены стоят. Ой, эти, как его? Ну ты понял, короче. Гравитировал. Я понял, да. Так, Дред, Союз. Да, точно. Алекс, а ты в наушниках играешь? Да. Ну, то есть мы можем громко разговаривать, ничего, да? Вы можете, да. Конечно. Не, вы говорите, как говорить. Мне не мешает. Угу. Нас опять будут спамить? Да, конечно. Местами, да? Command ship is underway. Теперь Дред на моем месте, ты на месте Дреда, а я на твоем месте, Алекс. Так, будем с Дредом, короче, скооперироваться, окей. Ну, будем надеяться, что сейчас, да, все плюшки полетят в нас, а ты там сможешь подразвиться. Надо это самое будет вакцину сразу сейчас, наверное, изучать. А ты хочешь таранить? Захватывать, ну, чтобы нас не заражали, или если с вакциной тоже заражают, да? Вакцина, она все равно заражает. Понял. Она только нужна, чтобы... Ну, когда ты фрегатом-тараном или воркером... Я понял, все. Пытаешься соприкоснуться, чтобы они не болели сразу. Beginning research. Stand by group one. А ты кем играешь, Хикс? Я сам Тау тоже. Mm-hmm. Все. Worker ready. Just tell me where to go. Escorts assigned. Research completed. Acolyte. Эти сборщики все время напоминают маску хищника. Uh-huh. Есть такая. Выбирай, давай сразу. Beginning construction. Construction underway. Bridge. Worker here. Understood. Harvesting. Let me at him. This is command. Bridge. Yeah? Hauling rock. Research completed. Support module is now available for construction. Beginning construction. Сам Тау эти support модули дешевле, чем у Биста. Construction underway. Command. Worker here, harvesting. Just tell me where to go. Setting assigned group two. Claw, formation set. Stand by group one. Going in hot. Stand by group two. Target acquired. Command. Bridge. Так, Алекс. Mm? А нет, Дред, к тебе летят. Да. Research underway. Да, вон мои реконы заметили, что в твою сторону выдвинулся бравый сам Тау. Браво, очень, да? Bridge. Receiving. Adding ship to group two. Target locked in.
Research completed. Beginning research. Report of hostiles by Group 1. Stand by Group 1. Stand by Group 1. Weapons charged. Ready. Setting aside Group 3. Command ship is under attack. Окей, а где твои мамки? Да, ко мне уже идет какая-то тварь. Ну, в смысле, Самтау. Какая-то... Какой-то падший Самтау, да? Да. Beginning construction. Ты потерял в краю далеком? Не, что он нашел в краю далеком, что потерял в краю родном. Construction underway. Roger, command. Setting assigned group 2. Recon, ready to go. Worker ready. Understood. Harvesting. Worker ready. Stand by group 2. Ready. Adding ships to group 2. Target locked in. Claw, formation set. Target acquired. Stand by group 2. Broad, formation set. Delta, formation set. Roger, command. Receiving. Stand by group 2. Claw, formation set. Weapons charged. Group 2 is taking friendly fire. Beginning construction. Construction underway. Stand by group 2. Attack run complete. Roger, command. Ready. Bridge. Roger, command. Adding ships to group 2. Target acquired. Strike wing achieving superiority. Wall. Formation set. Claw. Formation weapons set. Charged. Так, давай-ка энергопушки сразу. Наверное. Pardon. Beginning research. Attack run complete. Beginning construction. Stand by group 2. Moving to attack. Target locked in. Receiving. Target research in. Completed. Salvaging technology system available. Red. Upgrade workers. Claw. Formation set. Target acquired. Yeah? Worker ready. Stand by group 2. Moving to squadron attack. Squadron outnumbers enemy force. Let me at 'em. Armed and target report set. Report of hostiles by group 2. Ready. Attack run complete. Он кипит второй процессор. Расточительно. Research underway. Достаточно. Ну окей. Beginning research. Construction underway. Beginning construction. Stand by group 2. Так, одного убийства я нашел. А, ну они там вдвоем. Все, я понял. Ссылаться с этим не будем. Weapons module is now online. Target acquired. Короче, у меня двое. Между вами один. Upgrade complete. Понятно. Если помню. Stand by group 2. Moving to attack. Target locked in.
Stand by, group 2. Weapons charged. Target acquired. Bridge. Сенсоры не особо нужны, потому что... Begin upgrade now. Strike wing destroying. Они вообще нужны, один сам правил есть. Worker ready. Begin upgrade now. Yeah? Hauling rock. Roger, command. Target locked in. Stand by, group 2. Weapons charged. Bridge. Upgrade complete. Worker is reporting damage. Research underway. Attack run complete. Outcome unknown. Worker upgrade destroyed. Stand by, group 2. Moving to attack. Worker ready. Understood. Harvesting. Roger, command. Stand by, group 2. Going into docking pattern. Receiving. Returning to hangar. Stand by, group 1. Processor here. Carrier is now available for construction. Beginning research. Construction underway. Beginning construction. Upgrade complete. Stand by, group 1. Bridge. Command ship is underway. Command. Ready. Bridge. Worker ready. Begin upgrade now. Worker here. Yeah. Research completed. Mimic is now available for construction. Begin upgrade now. Worker ready. Begin upgrade now. Worker here. Worker ready. Начнёт всё исследоваться. Stand by, group 2. Roger, command. Adding ships to group 2. Target locked in. Тепла броня. Wall. Formation set. Strike wing achieving superiority. Target acquired. Moving to attack. Adding ships to group 2. Upgrade research completed. Target acquired. Upgrade complete. Upgrade complete. Upgrade complete. Yeah? Worker ready. Harvesting. Worker ready. Begin upgrade now. Is taking friendly fire. Going to high alert now. Escorts assigned. Stand by, group 2. Rock and Stone. Надо творчиком было говорить Rock and Stone. Target locked in. Да, да. Какой там, ну... Just say the word. Delta, formation set. Escorts assigned. They'll never hit me. Research underway. Beginning research. Construction underway. Beginning construction. Construction underway. Stand by, group 2. Escorts assigned. Ready. Roger, command. Setting assigned, group 1. Claw, formation set. Escorts assigned. Stand by, group 2. Moving out. Stand by, group 1. Weapons charged. Squadron achieving local space superiority. Research completed. Multi-beam frigate weapons is charged. Now available for construction. Receiving. Roger, command. Okay. Ready. Setting assigned, group 2. Claw, formation set. Target acquired. Mimic ready.
Roger, Command. Setting assigned group 3. Target locked in. Claw, formation set. Moving to attack. Group 3 is taking friendly fire. Stand by group 1. Attack run complete. Stand by group 3. Target acquired. Stand by group 2. Weapons charged. Stand by group 1. Moving to attack. Stand by group 2. Target locked right in. Wing achieving target superiority. Acquired. Stand by group 3. Research underway. Report of hostiles by group 2. Target locked in. Weapons stand charged. By group 3. Moving to attack. Receiving. Excellent work, Strike Wing. Stand by group 1. Attack run complete. Stand by group 2. Stand by group 3. Target locked stand in. Stand by group 1. Roger, command. Setting assigned group 4. Weapons Strike charged. Wing achieving superiority. Нормально. Stand by group 1. Stand by group 2. Стреливаемся. Beginning construction of multi-beam frigate. Attack run complete. Command to group leader. Retreat. Ready. Going into docking pattern. This is command. Stand by group 1. Stand by group 3. Target acquired. Stand by group mimic 1. Here. Attack run complete. I am here, command. Moving. Squadron achieving local space superiority. Stand by group 1. Research completed. Ramming frigate is now available for construction. Escorts assigned. Beginning research. Beginning construction of ramming frigate. Stand by group 2. Roger, command. Adding ship to group 2. Claw, formation set. Reports no progress. Moving to command attack. Ship is under attack. Worker here. Worker destroyed. Report of hostiles by group 2. Done. Stand by group 2. Target acquired. Stand by group 1. Target locked in. Report of hostiles by group 1. Stand by group 2. Stand by group 3. Stand by group 1. Squadron outnumbered enemy 4. Research complete. Report of hostiles by group 4. Receiving. Multi-beam frigate. Construction completed. Research completed. Enemy vessel now under fleet control. Research underway. Worker here. Report of hostiles by group 1. Worker ready. Locked on. Attack run complete. Stand by group 1. Stand by group 4. Roger, command. Weapons charged. Report of hostiles receiving by group 2. Receiving you loud and clear. Systems ready. Ready, gun. Priority. Setting assigned group 5. Multi-beam frigate online. Stand by group 5. Targeting beams now. Report of hostiles now. By group 5. Worker ready. Yeah. Salvaging. Squadron outnumbers enemy force. Stand by group turrets 5. Turrets online. Report of hostiles ready. By group they're 4. They're pulling against us. Stand by group 2. Moving to attack. Multi-beam frigate. Construction completed. Bridge. Roger, command. Target acquired. Wall. Formation set. Crew here. Target locked in. Enemy ship successfully captured. Ready to go, sir. Roger, command. Roger, command. Command. Strike wing achieving superiority. Frigate online. Squadron, hunt down and pursue bridge. Stragglers. Adding worker ship to group here. 5. Как у вас, как дела? Ну, на меня что-то с двух сторон пошли уже. Но ничего, держусь, все хорошо. Я тоже так. Пока соло капшипами отбиваюсь, но сейчас мы тимы пойдут. Только. Что за кристалл маленький?
Begin upgrade. Пойдем-ка возьмем этот маленький кристалл. Standby group 5. Что-то на меня мультибимы пошли. Типа я слишком забьюзил эти акалайты. Акалиты. Возможно. Sphere, formation set. Ready to go. Command ship is under attack. Bridge, ready to go. Report of hostiles by group 5. Begin upgrade now. Stand by group 5. Beginning research. Research underway. Upgrade complete. Beginning construction. Strike wing destroying enemy vessels. Beginning construction of multi-beam. Только говорите, если деньги понадобятся. У меня уже к 20 тысячам приближается сумма. Хорошо. Хорошо. Оно все быстро закончится. У меня еще тут кристаллы сейчас. 10-тысячный, 6-тысячный подъехал. Почти 10-тысячный подъехал. Report of hostiles by group 1. Squadron outnumbered. Begin upgrade now. Receiving you loud and clear. Ready to go. Ramming frigate. Upgrade destroyed. Upgrade attack complete. Attack run complete. Stand by group 1. Target acquired. Report of hostiles by group 5. Report of hostiles by group 1. Excellent work, strike wing. Stand by group 1. Multi-beam frigate is reporting damage. Stand by group 5. Fire! 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 Multi-beam frigate destroyed. Да меня что-то тут прям вот это все как-то так... Здесь прикольно то, что можно фрегаты в док загонять, да? Да-да-да, и они чинятся там. Stand by group 5. Согласен. Какая вещь. Да, согласен, Юджин. Это на меня тут налетели. Сейчас уже не справляюсь, у меня все. Тебе помочь? Ага, мультиганы что-то как-то жестко. Начали разваливать. Сейчас, окей. Research completed. ACV is now available for construction. MCV is now available for construction. Все, я пошел дредноута спамить. Пожалуй. Ready for order. Multi-beam frigate destroyed. 25 тысяч гиперпрыжок до тебя стоит. Что за конские цены? Цены, да. Ну, чтоб ты не прыгал часто, видимо. Ну. Да, тут гиперпрыжки роскошь. Что в первой части, что в кафизме. У тебя деньги есть, Ред? Деньги у меня есть. Более-менее. Что? Да мне бы лучше. Мне бы лучше бартером. Я к тебе уже выехал, но. Тут, блин, меня уже за мультибимами просто завалили. Надо мне, короче, да, в вашу сторону, наверное, ехать. Этими не мультибимами, а мультиганами. Сейчас тебе пришлю пару мультибимов еще. Да. Beginning construction of multi-beam frigate. Денег дали? Быстрые кредиты? Ладно. One X Хикс. Не, я, это тебе. Чего? Не понял. А, я что ли разорвал альянс случайно, извини. Что? Что происходит? Я случайно не туда нажал. Roger, command. Turrets online.
Пришло время платить долги. Дестер пошел, красавчик. Примешь союз, пожалуйста, ладно? А то мои уже мультибимы к тебе почти подлетели. Не очень хорошо получится присоединяться. Ой, простите. Так, где моя ICV? Так, Reinforce Ally, да? Деньги передать. Я вам по десятке отправил, потому что я тут кристаллы пылесошу. Спасибо. Да. Кумол 3 эти пробки, это ж Sentinel 2 получается. Ну, по типа, имени. Да, только Sentinel хочешь уметь стрелять и палять, делать пробки. А там они типа чисто пробки встали. Command ship is under attack. I'm on it. Bring him down. I'm on it. Bring him down. Numbers, enemy force. Bridge. Group should have no problem here. Leave this to the pros. Так, и что, меня разнесли этот самый? Нет? Ну что происходит вообще? Roger, command. Escorts assigned. Ready for orders, command. Yeah? Multi-beam frigate online. Repairs underway. Roger, command. Setting assigned group 5. Sphere, formation set. Reports no progress. Let's do this. Escorts assigned. Бис прям так на меня попёр резко. Research underway. Где там? Worker ready. Даже два биста. Ой-ой-ой. Worker ready. Ребят, боюсь вас, да. Отрицать не буду. Command ship is under attack. Escorts assigned. This will be a difficult battle. Group leader reports low probability of success. This is command. Roger, command. Research completed. Давайте. Ready to move. Construction complete. Ready for what's here? Begin upgrade now. Multi-beam frigate. Construction complete. Begin upgrade now. Destroying enemy vessels. Receiving. Upgrade complete. Upgrade complete. Let's go. Upgrade complete. Bridge. Ready to move out. Rod. Formation set. Put the herd on. Worker ready. Destroyed. Command. Roger, command. Escorts assigned. Research completed. Multi-beam frigate online. Strike wing achieves superiority. Ready. Outcome unknown. Beginning research. Worker damaged. Beginning construction of multi-beam frigate. I'm on it. Show them what we can do. Ready for orders, command. Worker destroyed. Fight group in danger of defeat. Escorts. Вот он бьет. А, черт, опять эти мультибимы. Processor here. Что они, то есть мультиганы, что они такие злобные, как твари? Let's do run complete. Bring them down.
Begin upgrade now. Let's go. Construction underway. Upgrade complete. Multi-beam frigate. Construction completed. Pretty sure. Bridge. Roger, command. Resources received. Research completed. X. Formation set. Escorts assigned. Roger, command. Can you speak up? Accepted. Ready to move out. Конечно, да, по сравнению с Homeworld 2, а то и 3, то здесь довольно медленно капитал умирает. Processor here. Worker ready. Roger, command. Stand by group 5. This is command. Multi-beam frigate online. Adding ships to group 5. Systems ready. Targeting beams now. Roger, command. Overloading emitters. Moving to attack. Stop. Hostiles by group 5. Processor here. Ready for orders, command. Roger, command. Ready. Довольно быстро репульсор, кстати, перезаряжается. Прикольно. Attack run complete. Research underway. Bridge. Worker here. Understood. Harvesting. Roger, command. Ready for orders, command. Setting assigned group 5. Только пару мультибимов забрал, ладно. Даже не пару. Что, сейчас мы у тебя кэрриер заберем. За это. На встречу летит эсминец, Алекс, имею в виду, с твоим ресурс-контроллектором. Я случайно увидел. К твоим. А, вижу. Угу. Так я теоретически его можно захватить. Как у меня эскорт видит, правда, нет. Я к тебе тоже вылетел на подмогу, но не факт, что я успею. Сейчас я его этими роевиками тогда попробую. Upgrade complete. Squadron achieving local space superiority. Stand by group 5. Escorts assigned. Let's go. Command ship is under attack. Bring them down. Ну, у меня дредноут тут есть, нормально, справлюсь. Уже. Bridge. All systems tracking and engaged. Need repairs, command. Squadron outnumbers enemy force. Yeah? I copy, command. Command ship is under attack. Здесь даже когда корабли подбиты, у них там тревога орёт. Я понял, тут куча записей было сделано для первого Homeworld, но там много... не смогли реализовать, а тут как бы программисты взяли, допилили и доделали, так сказать, какие-то изначальные вещи. Ну и, в общем-то, наверняка кучу еще дописали, так сказать. Multi-beam frigate online. Да, очень жалко, что потерялся код. Знаешь, мне кажется, это тоже просто отмазка, так сказать. Да, безусловно, отмазка. Просто... Ну,
было бы, знаешь, по крайней мере, интересно, как бы, с точки зрения там, программеров, которые там сейчас, вот, например, над первым движком что-то делают. Yeah. Так, деньги нужны еще вам? Нет, у меня нормально. Ты что, я спрашиваю? Спасибо. Сейчас мы тут завалим всех лишних. Я просто хочу в статистике на первом месте быть по дипломатии. Понял. Треклан. Похвально, похвально. Сейчас мы распилим этот кусок металлолома. Да там к нам еще два куска металлолома летят. Большие такие. Угу. Upgrade complete. Bridge. Report of hostiles by group 5. Squadron outnumbers enemy force. Group should have no problem. Multi-beam frigate online. Report of hostiles by group 5. Watch us go to work on them. Research completed. Let's go aggressive. Is now available for construction. Right here, destroying enemy vessels. This is command. Yeah, understood. Harvesting. Escorts assigned. Roger, command. Research completed. Preparing for EMP burst. Weapons charged. Squadron outnumbered enemy force. Preparing to unlink now. Attack run complete. Отлично, слушай, просто тут такая стратегия получается. Линкуешь акалитов, делаешь EMP, потом разлинковываешь и ракетами добиваешь. Красиво. Интересно. Escorts assigned. Worker here. Ready. Squadron, hunt down and pursue stragglers. Strike wing achieving superiority. Stand by group 5. Stand by group 5. Turrets online. Right wing achieving superiority. Fire! 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 Ready to move out. Show them what we can do. Setting assigned group 6. Stand by group 5. Ready, gun! Stand by group 6. Put the herd up. Show them what we're made of. Report of hostiles by group 5. Stand by group 5. Worker is reporting damage. Targeting beams now. Stand by group 5. Stand by group 6. Processor here. Roger, Squadron command. Outnumbers enemy force.
Причем там хэви-крузер уже начал строиться. Прекратить. Research underway. Construction underway. Worker ready. Hauling rock. У тебя сейчас один батл-крузер, это взорвется, Алекс, имей в виду. Если я его отведу. А у меня эти автопочинки уже есть. Я в целом не сильно боюсь. А на боты, да, вот они. Ну, сейчас я больше сборщиков пришлю. Надо зашиб баща рвануть. Так, осадкой не стреляйте. У них два защитных фрегата. Так, все, третий Грэд вышел. Можно теперь завершать историю. У оружейного модуля самая длинная фаза исследования получается. Ну да, пушек много. Unknown. Group leader reports even probability of success. Turrets online. Stand by group five. Fire! 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 Мне нравится, что нету вот этого вот. У кэрриера там 75%, у кэрриера там 65%, как в третьем хомяке просто. Поврежден, все. Как бы нет, он прям супер раздражающего. Так, он сейчас одним из ошибок будет поменьше. Ахайски. Все. Полетел нафиг отсюда. Standby group 6. Show 'em what we can do. Show 'em what we're made of. Squadron outnumbers enemy force. Stand by group 5. Ready guns. Stand by group 6. Squadron, hunt down and pursue stragglers. This is command. Bridge. Command. Yeah? Так, где там? Еще один? Кто? Beginning construction. Бот. О, Сантауэр-то на зашиб еще остался. А, все, вижу. Окей. Там даже бистовский этот... Я оба бистовских убил за шипом. Там, походу, нет, а вот керри. Да, да, авианосец. Авик. Вижу.
Где? А? Charging C's cannon now. О, посмотрим, как у нас работает. Stand by group one. Stand by group one. Moving to attack. Target locked in. Report of hostiles by group one. Overloading emitters. Это у кого Сич Кэнон? Да, у меня. А. Я в... Я прошу прощения, ты куда? В карьер, который там. Ну... Надеюсь. Там вообще фрегат защитного поля, он не долетит. Ну, сейчас меня, короче... Ты сейчас меня, короче, ага, похоронишь. Давай-ка я отфутболю к твою осадку нафиг отсюда, без обид. На всякий случай, да? Она не сработала. Она летит. Она сейчас мой кунлан летит вообще. Мимо летит, не надо. Я сейчас перестроился, да. Может быть, кстати, и не... А, вот, подорвалась. Но она же плоский взрыв получается там. Или все-таки коцает? Ну, не покоцало, потому что есть процентаж. Да, чем дальше от цели, тем она слабее бьет. Угу. То есть с ней надо прям как можно ближе подходить. Под 100%. Все? Подорвали? А, блин, круиз вниз. Research completed. Dreadnought is now available for construction. О, там еще два. Карьера. Worker ready. Understood. Harvesting. Holding position. Roger, command. Begin upgrade now. Stand by group 6. Так, минус один. Stand by group 5. Begin upgrade now. Command. У Лича прям лицо какое-то есть. Прикольно. Hyperspace signature detected. Bridge. This is command. Bridge. Open up our attack profile. I'm on it. Let's go. Show them what we're made of. Stand by group 5. Fire! 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 Вот это вот то, что надо. Темный, холодный космос. Интересные тактики. Нелинейное развитие. Да, ничего нету, пустота вокруг. А возможности для тактики... Потому что тактика именно на геймплее выстроена, а не на окружении, да? Ну да. А не то, что там мегалит, и вот, все, главная фишка. Тактик культи тут. Да. Вот вам доска, как бы над ней парите. Report of hostiles by group 6. Bridge. Be advised, fleet. Command ship is relocating. Закончили.
упражнения, да? Еще мне нравится, есть, короче, kill stat. Вот я типа убил двоих, X убил одного. Ведь главное, да, если уничтожили всех, то корабли противников, да, типа теряют равновесие. Да, ну, контроль теряется, да. Командного центра нет. То есть мне это да, всегда прикалывало тоже, да. Ресурс Harvesting, самый... посмотрите статистику. Я уже закрыл, но я думаю, это фикс по статистике. 12 кристаллов просто такой. Снабдил всех. Это, кстати, интересно тоже. То есть вместо того, чтобы придумать второй тип ресурсов, как это было сделано HVDoc, тут сделали вот этот вот труднодобываемый, ну, как бы... как обломки, типа, но имеющие отдельную свою какую-то сущность, знаешь, вот развитие, вот тоже как бы, тебе нужно думать, но хочешь ли ты быстренько вот это вкладываться в эту технологию, либо вот, либо что-то другое, пока тебя не затоптали. А вот Хикс у нас дойная корова получилась, роль взял. Вот он исследовал, какой богатенький. Не, здорово вообще. Как бы. Да, согласен. Прикольно у него получилось. И то, что это две разные, действительно две разные расы, и как бы, ну, да, куда хочешь, туда и прыгай, так сказать. Ну. И ведь и тут и вот гиперпрыжки есть в игре, да, что интересно. Но они чертовски дорогие. И я сейчас смог позволить себе прыгать, там, к тебе прыгнуть, а потом оттуда прыгнуть к Фоксичу, только потому, что у меня бабок было просто неимоверное количество, да. А так бы, как бы, я бы 100 раз подумал, прыгнуть или нет. Да. То есть... можно пожертвовать всем, допустим, но спасти товарища, да, и перебросить флот. Но зато ты уже не прыгнешь, поэтому, ну, куда ни глянь, везде нужно думать. Yes, yes. It is. Да. Мазерши, правда, долго убивается, но с другой стороны, ты как бы не будешь рашить на это дело. Да. Еще она так прикольно убивается, то, что по модулям рассыпается. Ага. Чем-то даже на самом деле прикольнее с точки зрения визуала, чем в HV2 с модулями. Ну да, в HV2 просто взрыв, и все. Да, тут действительно ощущение, что ты раздеваешь модули, отстреливаешь, там ангар выбил. Ну, это получается там разная концепция, что HV2 цельный корабль, и модули это как там прибомбасы, а тут корабль просто из модулей весь состоит. И там, типа, там вначале суппорты все подорвались, потом ангар сорвался, потом те лаборатории пожгли. Как в прошлой катке, когда я стрельнул Сич Кэноном, и у меня корабль просто разорвал, и палка висит. Ага. Что, здорово? Корабль был, превратился в тонкую палочку. Да, классно. Да. Это так. Да. Что тогда? Тогда прощаемся с катаклизмом на сегодня и переключаемся на другую. Спасибо, да. Алекс, за игру. Было здорово. Спасибо. Да. Я не ожидал вообще, что на самом деле получится, если честно. Ну, супер. Видишь, получилось, как бы можно даже продолжить какие-то, делать какие-то новые открытия, так сказать, новые матчи. Да, надо как-то играть потихоньку и в то, и в то, и можно и в первый классический попробовать, если получится настроить.
Тоже интересно. Как оно по сравнению с ремастером, да? Ну, стеновскую версию наверняка можно брать, хотя тоже с ней такие загогулины там были. Ну или попробовать хардкорный вариант взять и скомпилить. Ну, экзешник взять из этих от товарищей, которые с исходным кодом экспериментируют до сих пор. Вон, браузерная версия же готова была там. Да. И игралась даже. Вообще прикольно. Так что так. Ладушки. Не, мне кажется, просто главное, чтобы экзешник был одинаковый и все. То есть там пофиг. Теновский, не теновский. Я думаю, что не критично. Ну, тен просто он... На, если мы через Game Ranger или какой-нибудь Hamachi все это делать, то да, в принципе, да. Но первый Home World тоже, я думаю, только через Game Ranger получится. Да, я просто говорю о том, что Тен делал свою сборку, то есть как бы, насколько я понимаю, он делал через какие-то хардкорные ассемблерные там хаки, вот эти вот свои модификации. А я говорю о том, что вот именно исходный код скомпиленный и почищенный немножко от народных умельцев. Вот. Ну ладно, это все в проекте. Да. Ну чё? Это, конечно, прикольно по-моему, в браузере. Я прям до сих пор в ахере с этого. Особенно, когда на айфоне включил такой, там, что? Home World в Google Chrome на айфоне. Что? Управлять-то как? Мозг взорвало. С пальцами. Работает. Да? Я охерел с этого. Обалдеть. Да. Вот такие дела. Это же можно на телеке запустить. Точно. Точно, я буду сегодня играть. Нет, не сегодня, завтра буду играть на телеке, нахрен, в первый Home World в браузере. Клаву подключу блютузную с мышкой и все. Нифига себе. Попробуй, давай я расскажешь. Не нужен никакой порт, ничего не нужно. Ну да. Да. Все, ладно. Ладно, Алекс, спасибо большое за игру. Спасибо. Да. Вот. Я думаю, еще в ближайшее время. Завтра мы завтра, кстати, что, встречаемся-то на обсуждение? Да, давайте встречаемся. Я готов, да. Да, да. Все, отлично. Угу. Вот. Надо еще подумать, кого еще пригласить тогда. Вот так.